Всем привет, меня зовут Юра Виноградов, это Артем Лебедев. Продолжаем тему «Одну ногу X-Guard». Сегодня мы разберем ахилл оттуда очень сильно. Вы начинаете захват, берете штаны, берете здесь рука. Ваша стопа идет в таз, и вы доворачиваетесь тазом внутрь. Ваше колено зачерпывает под его колено, и вы одновременно должны заплести свою руку. Когда вы берете захват, вы должны взять за свой ближний отворот. Ноги берут за дальний, лучше брать за ближний, у вас так мощнее тяга будет. Вторая нога идет под ногу Артема, и вы высекаете его в разные стороны. Теперь, чтобы сделать самый хил, стопу вы вставляете в таз и подъезжаете тазом внутрь. Ваша рука должна закрываться локтем. Подаете бедрами вперед, а спину назад. Есть версия с приставанием на голову. Поднимаетесь, сводите колено вместе, голову спускаете в пол и начинаете также подниматься. Это легальный ахилл, его можно делать и белым поясом тоже. Записывайтесь к нам на сборы с Антоном. Всем спасибо.